Так, добрый день, друзья. Сегодня у нас 28.06.2018 год, и мы будем продолжать сегодня съемки с сыном всех нужных для вас пляжей. Мы сегодня от гостевого проезда сейчас запишем видеосюжет до центрального пляжа Джимате, и потом от центрального пляжа Джимате до, получается, Джиматинского проезда. В общем, это будет первый видеосюжет. Приятного вам просмотра. Посмотрим, как выглядят пляжи. Мы находимся, как я вам сказал, на гостевом проезде. И вот буквально здесь столько очень много людей. Туда мы видим, начинаются водоросли, здесь их поменьше. И сейчас пройдемся по всем пляжам, посмотрим, как есть все на самом деле. Сколько людей, как все это выглядит. Думаю, будет и вам интересно, и нам. Ярослав, ты живой? Покажи, что ты там нашел. Покажи, что ты нашел. Вот так вот. Такая вот ракушка, которая к гвоздю, по-моему, прилипла. Видим, что здесь тоже еще водичка небольшими вкраплениями водорослей. Но так, в принципе, все хорошо. Люди не сидят в загонах, люди прилетают сюда, и прямо вот над нами прилетает самолет. Какой-то он небольшой, я сказал бы. Определить чистоту пляжа я особо не могу, потому что все в людях, но вроде бы такого какого-то скопления мусора мы с вами не наблюдаем. Так что можно сказать, что пляжики вот в данный момент здесь чистые. Но, как говорится, недолго пело лето. Мы видим, начинаются водоросли. Ну, это как бы контраст все равно к тому, что чистое море найти можно. И здесь, я не знаю, что это рябинушка. Представьте, рябинушка, вы отдыхаете в рябинушке. И перед вами вот такой вот абзац, просто через который вам надо проходить, а вы заплатили. Там, по-моему, рябинушка неплохой такой, я бы сказал, пансионат. А вот теперь уже дельфин. Перед дельфином вообще все страшно. Что? Показалось, типа, медуза огромная. Кто? Показалось, типа, это медуза. А, я и думал, что мешок это медуза. Ну, вот так вот вы будете заходить, хотя дальше водичка, в принципе, чистая. Здесь мы видим, что что-то такое лежит непонятное, непотребное и очень страшно. Но это относится к тому, что вот смотрите, вот водоросли есть, но чистую воду можно находить. Здесь я вижу, что кто-то пытался почистить водоросли, но особо, походу, не удалось. Не знаю, тракторами ли. Наверное, тракторами все-таки какими-то вытаскивали. Бросили ее так на берегу. Может быть, конечно, уберут. Будем на это, по крайней мере, надеяться. Но выглядит это именно сейчас вот так. Можно прийти показать, о, ужас, на пляже Джимате, и вот все больше ничего не показывать, и вам станет страшно, вы не захотите там ездить отдыхать, на самом деле. Здравствуйте. Да, конечно. Смотрим вашу передачу. Как вас зовут, только представьтесь, пожалуйста. Владимир. Вот так, чтобы вас было видно, хорошо. Откуда вы, Владимир? Подольск. Город Подольск. Кому-нибудь приветы. Подольску привет. Вас слышно, я просто поближе поставил. Чтобы... А где отдыхаете у Джимате? А вот здесь, вот 199А. 199А. Да. Как вас сильно пугает? Вот, вы сказали, даже не так, вот вы давно здесь уже сейчас на отдыхе? Второй день. Вчера не видели, пытался кто-то убирать тут водоросли, что-нибудь? Я просто вижу, что... Никто не пытался. Не пытаются, да? То есть, да. Как есть, так и есть. Ну, а так сильно мешают они? Ну, вообще неприятно. Да, ну, так, в принципе, море теплое. Ну, это самое главное. Так, вы в частном секторе, да, получается? Да. Где вы питаетесь, скажите, пожалуйста? В столовой. Ну, какой именно? Ну, там прям на территории у нас столовая. А, то есть у гостевого дома есть, да, столовая, там дома, кушаете. Да. Хорошо, отличного отдыха. Да. Пока-пока. Я хотел с вами поговорить без... По телефону только. Я сейчас не смогу завершить у нас непрерывная съемка, чтобы все было честно. Я хотел попросить. Сможете позвонить мне? Телефон под каждым видео есть. Если надо, я вам перезвоню просто без проблем. Хорошо? Не смогу ответить, честно. Я не интернет, просто, ну как, гудок, смс-ку мне скиньте. То есть тут под каждым, вам не за, даже не надо видео загружать, там есть в описании просто будет. Спасибо. Гуднете, не за что, до свидания. А, Ярик, ты можешь показать номер телефона? Ладно, пойдемте. Человек уже ушел. Меня видят, видите, только с камерой. Как бы, если я сейчас закроюсь, потом буду делать монтаж, скажут, обманываешь там или еще что-то. Хочу снимать вот именно такие правдивые, без монтажа сюжета. А то скажут, что я там километр прошел, потом чистое море показал, а на самом деле чистого моря нет. Поэтому все должно быть именно так, как есть, и должно быть чисто. Смотрим по сторонам.
красота. Здесь водоросли становятся меньше, берег более чистый стал, можно идти уже по нему. Здесь какой-то санаторий. Я не могу прочитать, честно. Сынок, сбегай, посмотри, что за санаторий написано, пожалуйста. Ближе подойди, вот синяя надпись под этим. Я иду потихонечку, не переживай. Смотрим, вот из-за водоросли, видите, такая вот мутная водичка. Не особо приятно там заходить просто в море, у меня ассоциируется именно с кристально чистой водой. Должно быть красивое. Вот видите, как здесь проходим. И вот, вот оно, да? Такой чистый заход, чистое красивое море. И здесь видим сразу скопление людей. Ау! Все-таки Анапа. Это еще один, что ли, санаторий Анапа? Сколько у нас этих санаториев Анапы в Анапе? А? Да нет, сына. Я еще говорю, очень много, видишь, всяких Анап. У них там туалет даже имеется, переодевалки. Все огорожено забором. Ау. Еще Ярик любит ракушечки, он у меня собирает их во все. Здесь мы видим, что в водорослях уже какие-то вот пакеты плавают, да. И опять-таки сильные водоросли. Не видим, чтобы кто-то их здесь бежал и убирал, собирался сделать подчисти. Как есть, так есть. Все показываем по факту. На самом деле не хочется. Без преувеличений, там, без всего. У нас, не обращайте внимания на мой такой потухший, понищий голос. Просто очень сильно давит солнце. Так, не трогай гадости эти, пошли. Хотя вот показывает градусник 25,8. Сейчас мы понесем немножко, чтобы он подсох. И посмотрим, сколько раз категоряется температура. Потому что он у меня висел просто возле мокрой джинсы. И вот мокрые джинсы, у меня температура 25,8 после замера температуры воды. И вот смотрите, здесь вот водоросли кончаются опять. Опять становится чистая вода. И вот буквально здесь мы находим наичистейшее, как у меня даже сын говорит. Какой-то камень гигантских размеров здесь. Вот ты не упади только, сын. Вот, просто красота. Смотри. Вот, ну, вот такое море люблю. Такое море должно быть. Если приходите на пляж, пройдите. Вот буквально 7 минут. Да, и мы нашли красоту и чистоту. Хотя видим, что здесь водоросли были. И мы видим, что здесь водоросли кто-то собирал. Вот люди почистили перед своим пляжиком. Делали красиво. Находится тут. Купание запрещено. То есть здесь пляж не сдан, походу, в аренду. И эта администрация ставит такие таблички, купание запрещено. Представляете, да? В водорослях купайтесь, не хочу. А вот пришли, увидели такой вот пляж, красивущий, чистющий. И вам говорят, что купаться запрещено. Вот в такую воду хочется идти купаться? В такую, да. Красота. Возле моря вот показывает сейчас температура воздуха 27,5. Температура воды сегодня была в погодном видео. Смотрите, Ярик психанул, пошел. Здесь видим, куда-то качается вода. А качается она вот, походу, у нас куда-то вот в эту горку. Которая там, типа, можно покататься. Так, да, здесь действительно чистили. Потому что мы видим вот впереди опять остатки. То есть от трактора берег был почищен. И опять начинаются водоросли. Кажется, все закономерно. Вот пятачок такой остался. Так, смотрим по сторонам. Многие начали переживать, что очень много полных людей у нас на пляжах. Все, наверное, такие подтянутые, стройные, пишут эти комментарии. Ау! Наигрязнейшая, да? Смотрим по сторонам. Красотища. Будь здоров! Здравствуйте. Тоже подписчики? Да. Давайте. Передать, как я... Без проблем. Обгорели, да, я уже вижу? Да, до волдырей. Там просто, хотя не первый раз как бы защищаюсь, постоянно что-то так попал. Суко в гору поднялся и... Вот, хотел бы вот привет, там моя жена с ребенком купаются. Люблю их сильно. Хорошего им отдыха со мной. Это, знаешь, я такой прям классный, что им будет отдыхать со мной вообще, да, прекрасно. Стараюсь все для них делать. От души. Смотрю постоянно. Только
каждый год ездим сюда, только уезжаю. Олег 1-2-3 там, ну, написано, видел, может, помните. Но... Видел, конечно. И все, и приезжаю к себе, смотрю каждый день. Ну, постоянно стараюсь, как бы. Очень это нравится. Спасибо вам море, за море вообще. И просто всего вам хорошего канала. На ответ, на ответ на вопросы поотвечаешь? Да, без проблем. Получается, зовут Олег, я как понял, из Ника, да? А с какого города? Иркутская область, город Усть-Илимск. Где у нас отдыхаем? Легион, это напротив Магнита, песчаная, и вот сразу напротив Магнита, адрес не помню. Очень вообще хороший отель, цена и качество. Почем? То есть, вот мы за троих отдаем, то есть все удобства в номере, за троих мы отдаем 2-300. Бассейн с подогревом есть, две кухни, там анимация, как бы все проводится. Ну и как бы очень здорово, нравится нам. Ну, постоянно в нем отдыхаем. Смотри, вот вы не зашли вот буквально несколько шагов, вот за это вот видишь, пятно бодрости, там вообще море кристальное. Да, постоянно. Как бы так бегаю с утра пробежки, ну, на Кавказ, ну, где вы там, ну, всегда ходите. Я понял. Но, ну, и все, нравится. Вот если знаешь, что ты сегодня бегал? А, сегодня нет. Обгорел, да, из-за этого? Ну, как бы не могу футболку одеть, как бы это. Я понял, скажи, ну, допустим, вчера, если бегал, где самая чистая вода? Ну, вот здесь хорошая вода. Туда, туда, если в ту сторону отбежать, где пирс тоже, вот я местами. Ну, а так в основном в эту сторону чище всегда вода. Туда чище. А есть чистые места вообще, да? Есть всегда чистые. Просто люди ленятся, пришли, и потом домой приезжают, говорят, море грязное всегда. Просто ленятся поискать. Скажи, пожалуйста, где еще кушаете? Мы сами в основном готовим. С ребенком тоже? Да, с ребенком. Хорошо, фрукты, овощи где покупаете? А, тоже у нас сразу выходишь, там человек, мы всегда у него как бы брали. Ну и нормально, там как бы он не обманывает, где-то скидочки делает, что мы постоянным берем, клиентам. Да. Но... Все, я душу благодарю, все, хорошего отдыха. Всего хорошего. Спасибо за просмотр. Олег 1-2-3, пока-пока. Так. Ау. Я видел. Я же фотограф, Ярик, я должен видеть, что слева-справа везде происходит, поэтому контролирую ситуацию постоянно на 360 градусов. Кстати, надо камеру взять 360, я сегодня с собой на море взял, забыл достать, включить, хотел показать, как я фотографирую возле воды, но постараюсь завтра это сделать. Смотрите, начинается вот прям пятно такое огромнейшее, водоросли. Олег правильно сказал, то есть кто-то приходит, утыкается в море, в водоросли, купается, потом жалуется, то, что отдыхали. Было грязное море, грязное там, не знаю, все, много людей. Мы подходим все ближе к центральному пляжу Джимоте. И здесь сейчас вы увидите, ну, очень много людей, я вам так скажу, что прям слишком даже много. И вам будет от этого, ну, слишком даже весело. Так. Смотрите, опять более-менее чистый заход в море можем наблюдать. И здесь вот на Джимоте, наверное, после шторма, ну, стало как-то очень мелко, что люди так далеко ходят. И у них нету выраженной третьей мили. Вот это ракушки, вот это. Ага. Ярик как может веселиться. Хорошо, что у меня сегодня есть помощник. У меня прям иду практически с пустыми руками. У меня в руках только стабилизатор и градусник. 28.6. Он очень сильно вызывался мне помогать и старается. Даже рюкзак мой тяжелючий, пытается таскать. Ну, без фотоаппарата он, конечно, поменьше весит, но все равно. И мне приятно, что у него получается. Большой молодец. Ну что, здравствуй, метро в час пик. Сейчас вы увидите все прелести ада, или не знаю, так, ну, купания в большом количестве людей. Зато за вами смотрите, смотрите, в принципе, вода-то чисто. Я видел, видел, все, пойдем. Выкинь. Это кусочек рапана, Ярослав. Кусочек рапана, ракушки. О, и водичка, видите, здесь песок мокрый, то есть утоптанный, я не знаю. Ну, в принципе, на лежаке может и комфортно. Мне все-таки нравится на сухом песке лежать, но мы видим, что все огорожено прям заборами, через которые только если прыгать, чтобы пройти на барханы, это прям печально. В общем, тут можно не комментировать. Море чистое. Пляжики, значит, почистили. За это огромное спасибо. Видим, сколько людей. Это просто что-то. Как тебе китайский пляж, Ярик? Ну, когда много людей, говорят, как в Китае. И поэтому китайский пляж. Вот это да. Хорошо, что снимаю против солнца, особо лиц не будет видно. Но это не отменяет того, что все будет довольно-таки интересный видеосюжет. Да.
Зато море чистое. Пугали, что на Джимате прям вообще ужас. Много водорослей и тины, но вы все сами видите. И, то есть без привлечений, без прикрас, то есть все как есть. Вот как уследить здесь за своим ребенком, я не представляю. А только если постоянно рядом находиться, я имею в виду за маленькими детьми, понятно, что взрослые находятся, как вот рядом, он сказал, иди за мной, он идет. И то опасно. Давай найдем место. Вот это да. Это представляете, еще даже не где-то через час здесь будет больше. И вот смотрите, мы прошли чистое море. А здесь вот самый-самый центр уже пляжа, и смотрите, что начинается. Здесь, во-первых, техническая как бы зона, а здесь вот такая вот беда. Водоросли. Водоросли. Здесь, кстати, одиночный 150, деревянный 300 рублей лежак. Одиночный, не понимаю, что такое одиночный, не вижу одиночных просто. Ой. Ой, девочка стоит, что-то пинает водоросли. Ну, кому-то, видите, мешает, кому-то нет. Вижу, что здесь техника ездит, не знаю, пытается их убирать или нет. Но вот кто-то, видите, вышел на центральный пляж, да, на Джимате, увидел вот эти водоросли. Вот, смотрите, они здесь перемешку, их, наверное, пытались все-таки доставать. По ним идти так-то не особо приятно, конечно, особенно когда из них вода начинает на тебя брызгать. Фу. Сейчас на рассказываю, не приедет никто на отдых, но зато все честно. Без прикрас, без украшений, все как есть. Вот это да, то постоянно приходишь на закат, думают тут люди, людей чуть-чуть, смотрите, бац, опять немножко чисто стало. О, и волна. Да-да, это вот катер подъехал, припарковался, опять технические зоны. Смотрите, сколько людей на банан уселось сразу, но еще тоже не полный. И вот он сам, выход на пляж. Здесь мы с вами завершаем этот видеосюжет. Спасибо подписчикам, всем, которые подошли, передали приветы. И отсюда мы сейчас начнем с центрального пляжа снимать туда дальше, наверное, до пирса. И от пирса потом дальше будет еще один видеосюжет. А может и тот. В общем, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Юрий Азаровский, его сын Ярослав. Всем хорошего настроения, друзья, ваши города. Выбирайте пляжи там, где чище. Они есть.